Юмор с краснодарским акцентом. Уже завтра открытая Краснодарская лига КВН распахнет свои двери в новый сезон. За выход в 1/8 и звание веселых и накотчивых соревноваться будет 21 команда. В единственном конкурсе приветствия КВНщики познакомят зрителей со своими шутками и остротами. Умение смешить – главный критерий для того, чтобы начинающие юмористы сделали шаг в лигу. Эта встреча определит сильнейших на начальном этапе игры в находчивость и остроумие. Этот сезон примет 80% новых команд, что является интересным экспериментом не только для фестиваля, но и для целого сезона. Для нас это будет определенный сюрприз, как, в принципе, и для зрителя, и для сезона. Но как бы ждем от них много юмора, ждем новых хедлайнеров, ждем много интересных идей, ходов. Ну, конечно же, хорошего настроения. Вершить судьбы команд в этот раз снова будет шоумен Леня Махно, представители СМИ и даже чиновники. Отборочный фестиваль пройдет 29 октября в 7 вечера на Красной 5. Наша съемочная группа тоже отправится на праздник юмора. И в прямом эфире завтра вечером мы покажем вам, как это будет.